היום אנחנו נלמד מבשורת יוחנן פרק 17. Сегодня мы будем изучать послание Иоанна. Перек 17. Первая глава, 17 глава. 1 Иоанна, 17 глава. Лё-лё-лё. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Бесурат Йоханан Перек 17. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Бецем зе тфила меод мифурсемет шел Йешуа. Это очень известная молитва Йешуа. ואנחנו שם ופה בכתבי קודש רואים תפילות גדולות שמשנות את הכל. И мы в священных писаниях видим большие молитвы, которые изменяют все вокруг. אנחנו זוכרים שיר, שירת הים, נגיד בתורה, אחרי יציאת מצרים. Мы помним, как пели песню после того, как расступилось море, и наш народ вышел из Египта. אנחנו זוכרים שירה או ברכה של משה. Мы помним благословение Моисея. אנחנו זוכרים ברכות של יעקב לפני שהוא הלך לעולמו. Мы помним благословение Иакова до того, как он ему умереть. וכאן אנחנו רואים איך ישוע אדוננו מתפלל עבור תלמידיו לפני שהוא הולך למסע הכי קשה בחייו. И мы здесь видим молитву, которую Господь наш Иешуа молится за своих учеников перед тем, как пойти на этот труднейший шаг в своей жизни. ואני פשוט רציתי לדבר על הפרקים, על הפרק הזה. Я хотел поговорить об этой главе. אחרי שלמדתי לפני שבוע, פרשת שבוע, עקב. После того, как я неделю назад учил из недельной главы Экев. ושם היה ממש ברור איך משה. И там было очень ясно, как Моисей מזכיר לכל עם ישראל, напоминает всему народу Израиля, שהיו מצבים כשהוא היה מוכן למות עבור עמנו, что были такие ситуации, когда он был готов умереть за наш народ. וזה לא פעם אחד, אגב. И это не было один раз. ואתם יודעים, לפי традиция, и согласно традиции, לפי מסורת, согласно традиции, יש בתורה ובתנך שלושה שמות. В Торе и в Танахе есть три имени. שהיו מוכנים להקריב את עצמם עבור עם ישראל. Которые готовы были отдать свою жизнь за народ Израиля. והיו אומרים ככה שמשיח הוא יהיה ממש דומה לדמויות האלה. И говорили, что Мессия будет, что они будут прообразами Мессии. ואחד מהדמויות כאלה זה כמובן משה. И один из таких прообразов это, конечно, Моисей. ובספר שמות בפרק 32. В Исходе, в 32 главе. בפסוק 32 הוא אומר לאדוני, אם אתה החלטת למחוק אותם, מחקני. И он говорит, если ты решил уничтожить их, сначала умертви меня. מחקני, זה יותר смотри меня, из памяти. תמחוק אותי, שאני כאילו לא קיים. То есть, чтобы даже не осталось воспоминания обо мне, как будто я не существовал. אם אנחנו נכנסים קצת לעומק של המחשבה הזאת, если мы глубоко задумаемся над этими словами, אז אנחנו מבינים שכל נפש חיה בעולם הזה נוצרה על ידי אלוהים. Мы понимаем, что всякая душа, душа, которая живет в этом мире, создана Богом. ולא רק שהיא חיה בגלל תכנות של אלוהים. И не только она живет по Божьему плану. И באיזשהו דרכים לא רוצה להיכנס פנימה, כי זה מסובך מדי, מחוברת לאלוהים. И она каким-то образом, я не хочу слишком вдаваться в подробности, потому что это сложно, но каждая душа связана с Богом. ומחוברת עד כדי כך ש... אני לא פוחד להגיד חלק מאלוהים. И она настолько связана, что я даже не побоюсь сказать, что каждая душа это часть самого Бога. ואנחנו שונים ממלאכים ומשאר היצורים שאלוהים יצר ברא. И мы отличаемся от ангелов или от других существ, которые Господь создал. אז כשכתוב שם מחקני. И когда написано сотри меня. אז זה כאילו תשכח שאתה יצרת אותי או משהו כזה, זה הקרבה מאוד מאוד גבוהה. Это как будто забудь, что ты меня вообще создал, и это очень огромная жертва. אולי זה אפילו יותר מתפילה של
Рав Шауль, кшо умер, ани мухан лиот минуде миам Исраэль, авур мимашиах авур ам Исраэль. Возможно, это даже серьезнее, чем молитва апостола Павла, когда он говорит, что я готов был отлучен от Мессии ради братьев моих евреев. ואישיות שנייה שדומה למשה שהייתה מוכנה למות עבור עם ישראל זה מלך דוד. И вторая личность, которая похожа на Мессию в том, что он готов был умереть за свой народ, это царь Давид. ואנחנו זוכרים איך שעם ישראל חטא ומלאך אדוני התחיל להרוג פשוט יהודים ובאיזשהו רגע דוד צעק ואמר בית שלי קודם, אני קודם, לא הם, והמלאך אדוני הצר. Мы помним, как царь Давид согрешил, и Бог начал поражение в народе израильском, и тогда Давид вскричал, что, во-первых, уничтожь меня и мой дом, потому что это мой грех, останови уничтожение народа. Ищиют шлищит. И третья личность, дома лемашиях, которая похожа на Мессию, им рацион лакриват ацмо авур коль ам Исраэль, с тем, что он готов принести себя в жертву ради всего народа Израиля. Альпи традиция, альпи масорет зе неви Йона. Согласно традиции, это пророк Иона. Ве кама ми анашим улай усим каха има эйнаем килу мазе адавар азе эх Йона. И некоторые люди, возможно, удивляются и думают, а с какой стати это Йона, что он такого уже сделал? Возможно, один раз я расскажу вам более глубоко, без мидраша сложно это понять. Но очень интересно, когда мы читаем Новый Завет, Иешуа, давка, а я... משווה את עצמו עם משה, עם דוד ועם יונה. То Иешуа сам сравнивал себя с Моше, с Моисеем, с царем Давидом и с Ионой. הוא היה אומר, אני בן דוד. Я сын Давидов. והוא היה מחבר לעצמו כמה מביטויי של מלך דוד. И он также говорил некоторыми фразами царя Давида. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. Например, всегда перед собой я видел Господа. הוא אמר, עליי דיבר משה. И он сказал, обо мне говорил Моисей. והוא אמר, לא יהיה לכם סמל אחרת, וכמו יונה היה בקבר או בתוך הדג שלושה ימים, כך בן אדם יהיה בתוך הקבר שלושה ימים. И он говорил также, вы не получите другого знамения, но как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так же и сын человеческий будет в чреве земли три дня и три ночи. אז בעצם כשאנחנו מגיעים ליוחנן, לבשורת יוחנן, לפרק 17. И когда мы открываем Евангелие Туана, 17 главу, פה אנחנו פשוט קוראים את צעקה, תפילה של אדוננו. Мы здесь читаем крик и молитву нашего Господа. וכמובן יש מיליון הבנות לעניין הזה. Есть очень много пониманий этого места писания. ואם אתם מבינים שונה ממני, זה אין בעיה בכלל. Если вы понимаете по-другому, как чем понимаю я, то все нормально. אבל הנה אנחנו מתחילים לקרוא מפסוק הראשון, זאת דבר ישועה. לאחר מכן נשא את עיניו השמיימה ואמר, אבי, בא השעה, פאר נא את בנך בכבוד למען יפאר הבן אותך. И тут написано, после сих слов Иешуа возвел очи свои на небо и сказал, отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. ובעצם אם אנחנו קוראים ומנסים להבין את הביטוי הזה, если мы читаем и пытаемся понять это выражение, Иешуа פשוט בונה את עצמו ללכת למשימה הכי קשה בחייו. Иешуа подготавливает себя пойти на сложнейшую задачу своей жизни. וזה מאוד מאוד דומה להרגשה של יצחק. Это очень похоже на то чувство, которое испытывал Ицхак. Атем зухрим Авраам лаках эт Ицхак лехар лакрив ото. Вы помните, что Авраам взял своего сына Ицхака на гору для того, чтобы принести его в жертву. Помимо работы, אנחנו חושבים שיצחק היה ילד קטן. Часто мы думаем, что Исаак в это время был маленьким мальчиком. אבל כשלומדים רואים שהוא היה מעל גיל 30. Но когда мы изучаем Писание, мы видим, что ему было более 30 лет. ממש בגיל של ישוע. Он был в возрасте Иешуа. וזה לא רק היה רצון של אברהם לקבד את דבר והוראה משמיים, אלא יצחק גם הסכים. Это было не только желание Авраама и почтить
Божье повеление и его слово, но также Исаак добровольно согласился на это. Килу лемизбех, Ицхак ая оле беацмо. То есть на этот жертвенник Исаак пошел сам. Вемухан ламут мисакин шел аба шело. И он был готов умереть от ножа своего отца. Векан анахну руим машу лигамре доме. И здесь мы видим что-то очень похожее. Аим Иешуа בנבואה שלו ראה את דרך שהולך ללכת? видел ли Иешуа в пророчестве тот путь, который ему предстоит пройти? אני לא יודע. Этого я не знаю. אפשר לדבר על זה בצורה שונה. Можно разными способами объяснить. אבל בהחלט הוא ידע שהוא נכנס לסבל הכי אינטנסיבי שלו. Но он точно знал, что он заходит в глубочайшее страдание. והוא ידע שהוא הולך למות. И он знал, что он умрет. והוא ידע שהוא ימות עם סבל. И он знал, что он умрет мученик. והמון המון כתבי קודש מדברים לפני לידתו על הנקודה הזאת. И много мест в святых писаниях еще до рождения Иешуа говорят об этом моменте. ואפילו בספרות הרבנית. И даже в раввинистических книгах. כשמדובר על משיח. Когда там говорится про мессию. לא תמיד מדובר על איש שמנצח את כולם. Не всегда говорится о победителе всех. אלה ביטויים בן יוסף. Но те выражения, когда говорят Машиах бен Йосеф, כמו יוסף שסבל בכלא במצרים, то есть как Иосиф, который страдал в тюрьме в Египте, о Машиах Мицура, или Машиах прокаженный, זה סבל ענק, это огромное страдание, דחייה, это отвержение, אתה כאילו בפינה, это когда тебя загоняют в угол, מושפל לגמרי, когда ты унижен со всех сторон. אז ישוע ידע שהוא הולך להיכנס לעניין האינטנסיבי הזה. ישוע знал, что он заходит в это огромное страдание. ולא רק הסבל הפיזי מפחיד. И не только физическое страдание его пугало. אלא הוא מבין בהחלט. Но также он понимал. שהוא יהיה מנודע מאהבת האב. Что он будет отречен от Божьей любви. ומשהו יקרה שם. И что-то там произойдет. ובתוך האינטנסיביות הזה, и во всей этой интенсивности, הוא מתחיל להתפלל עבור התלמידיו. Он начинает молиться за своих учеников. עבורנו. За нас. ובתוך תפילה, и во הוא время מכריז этой молитвы, מספר דברים מאוד גדולים. Он провозглашает несколько больших вещей. ופה אני רוצה ללכת ולתת כמה שיעורים קטנים. И здесь я хочу дать несколько маленьких уроков. אז שיעור ראשון, первый урок, סמכות על כל בשר. Это власть над всякой плотью. Самхут аль коль басар. Бо никра пасук аба. Власть над всякой плотью. Давайте мы прочитаем следующее место писания. Здесь написано. Леман итен хаей олам ликоль мише натата ло. Кифи кифи ха самхут ше натата ло аль коль басар. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, он даст жизнь вечную. Кломар умахриз кан, ине ани. Он провозглашает здесь, вот я. Ве-ата натата ли самхут аль коль басар. И ты дал мне власть над всякой плотью. Ве-ани тенем хаей улам. Я дам им вечную жизнь. Аваль натата ли самхут. Но ты дал мне власть. Самхут аль коль басар. Власть над всякой плотью. Ве-по... אם אנחנו זוכרים כתבי קודש, здесь, если мы помним священные писания, ואנחנו קופצים לספר בראשית, и мы откроем, допустим, прочитаем из книги Бытие, או אנחנו קופצים לתהילים, или мы прочитаем из псалмов, ישר יש לנו אסוציאציה עם אדם. У нас сразу есть ассоциация с Адамом. ואנחנו זוכרים כשאלוהים ברא את אדם, и мы помним, что когда Господь сотворил Адама, אחד מהברכות שהוא נותן לאדם, יש לך סמכות על כל בשר. Один из благословений, который Бог дает Адаму, он дал ему власть над всем живущим. לא רק על חיות, не только над животными, אלא בגלל שהוא היה ראשון, но из-за того, что он был первым, על כל הבנים שלו. Он также дал ему власть над всеми ему потомками. אם אני לא טועה, במזמור מספר 8, если я не ошибаюсь, в псалме 8, שם כתוב מילים כאלה, написано, מה אתה חושב על בן אדם? Что для тебя человек? אתה שמת אותו מתחת לאלוהים. Ты поставил его только ниже Бога. ובתרגומים שונים שם כתוב מלאכים.
И в разных переводах написано, немного умолил его перед царями. Перед ангелами. Перед ангелами. Аваль баймет шам катув элохим. Там написано перед Богом, не перед ангелами. Хломар, кше адам ая нивра. Когда человек был сотворен. Аз у кибель самхут анакит. Он принял большую власть. Аваль ло ислиях лахзик эдзе. Но он не смог удержать эту власть. Вейна анахну роим, вахарках рав Шауль медабер работал за умер. Гине адам ахарон. И мы об этом говорим, и потом рав Шауль сказал, вот это последний Адам. Аваль шила шили. Но мой вопрос такой. Ваани хошев шеколь бен адам ше минасе лахшов аль иньяним. Я думаю, что каждый человек, который пытается задуматься над этим. Анахну адайн ло медабрим аль элохуто шел Йешуа. Мы в данный момент не говорим про божественность Йешуа. Потому что когда он ходил по этой земле, все видели его как человека. Аваль питом им омрим סליחה, איך אתה מעיז להגיד מילה כזו שיש לך סמכות על כל בשר? И тогда, возможно, задавались вопросом, как ты можешь, как ты вообще смеешь говорить, что у тебя обычного человека есть власть над всякой плотью? אתם מבינים את השאלה שלי? Понимаете, о чем я говорю? הנה, בחור, בן אדם, בגיל 33-35, עומד ואומר, אני יש לי סמכות על כל בשר. Вот стоит человек, 30-33 года, и говорит, я имею власть над всякой плотью. Аз канире, то возможно, им анахну ковцим ба макумот ахерим ба басурот, если мы откроем другие места Писания, ледугма ба сефер Матай, Евангелие, вернее, например, в Евангелии от Матфея, атем зохрим эх Йешуа мидабер аль Бетхезда ве Капернаум. Помните, как Йешуа говорит про Капернаум и про Вифезду? Умер, е тов ле сдом ве Амура. Он говорит, что будет лучше Содому и Гоморре. Бьем Шелдин. В день суда. Кимаши атем раитем вело хазартем бечува. То потому что если бы они видели то, что увидели вы и не покаялись. אז כנראה הוא רומז על משהו. То есть он намекает на что-то. ששם הוא עשה ניסים כל כך גבוהים. Что там он сделал такие большие чудеса. שלבני אדם פשוט לא היה אפשרות לזלזל את ה... что люди не должны, просто не было для людей возможности пренебречь его статусом. Им айом анахну бадерех клял ховим эт итгалут шел Йешуа о дерех логика шел китвей кодеш. Иногда мы сегодня... היום בדרך כלל אנחנו חווים את התגלות של ישוע דרך כתבי קודש. Сегодня мы получаем откровение Иешуа через священные писания. או אנחנו בתפילה מקבלים איזשהו עידוד. Или в молитве мы получаем какое-то наставление. או אנחנו קוראים איזשהו ספרים ופתאום דברים מגיעים ביחד ואנחנו כן משוכנעים. מתחילים להיות משוכנעים שהוא האיש. Или мы читаем какие-то книги и логическим путем приходим к тому, что он есть тот, о ком он говорил. אז בזמנים האלו, то в те времена, בגלל הגובה של הניסים ונפלאות, из-за того, что было столько много чудес и знамений, פעם אחד הוא אמר, הנה כאן עומד יותר חכם משלמה. Он говорит, вот здесь стоит тот, кто больше у него мудрость, чем у Соломона. איך לבדוק שבן אדם חכם יותר משלמה? Как проверить, насколько человек мудрый, что он мудрее Соломона? אתה מתחיל לשאול אותו שאלות קשות, והוא עונה. Ты начинаешь задавать ему очень сложные вопросы, он на них отвечает. Умрим ли Йешуа? Баэзе самхут ата усе дварим каэля. Или говорят Йешуа, какой властью ты это делаешь? Умер, они ло рах митпалель. Он говорит, я не только молюсь. Они ло рах сулея хатаим. Я не просто прощаю грехи. Ине, ве у коре ле бен адам холе. И вот он зовет больного человека. Ве умер, таври. Он говорит ему, будь здоров, встань и ходи. Ве зе коре. И это происходит. Аз, ине анахну роим. И вот мы видим. שהאישיות, что личность, שיש בה סמכות על כל בשר, которая есть власть над всякой плотью, אומרת אבא, говорит нам отец, אבא, נתת לי את זה, ты мне дал это, ואני מוסר, и я передаю, והנה אנחנו, и вот мы, ויש לנו בחירה, и у нас есть выбор, או לקבל, или принять, או להגיד לא, или сказать нет. ותודה לאל שרובנו אמרנו פעם כן. И слава Богу за то, что большинство из нас мы когда-то сказали да. נקודה שנייה או שיעור נוסף. Второй урок. זה גם על הפסוק הזה, אבל אני ממשיך לקרוא. Это также об этом, и мы будем читать
в этом, это место Писания. Они шув хозер аль пасук штайм, авал они вам шихли кров. Я также начну со второго. Лиман итен хаей олам леколь мише натата ло, кифи хасамхут ше натата ло аль коль басар, ве элехем хаей олам, ше якиру отха, элугай хаемет левадо, вет ашер шалахта эт Иешуа хамашиах. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, он даст жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иешуа Мессию. Это поиск каждой плоти в этом мире. Жить вовеки. Анашим аширим, анашим балей самхут, шельму амон кесов, бешвили кабел это рецепт шела хидуш о хаей олам. Многие богатые люди в свое время заплатили огромные деньги для того, чтобы кто-то им дал эликсир вечной жизни. Авалькан анахну руим, ше лаакир элухим, ве лаакир эдбно, зе шаве, здесь мы видим, что познать Бога и принять Его Сына, мы ставим знак равно получить вечную жизнь. И мы знаем, что смерть существует. И не только смерть существует. То мы иногда участвуем в похоронах наших близких и даже теряем членов нашей семьи. אבל אנחנו יודעים שיש חיי עולם. Но мы знаем, что есть вечная жизнь. ומאוד חשוב לתפוס את הדבר המשמעותי הזה. И очень важно понять это, эту вещь, имеющую огромное значение. זה דבר מאוד מאוד עקרוני. Это очень основная вещь. בעצם מכריח. Это заставляет нас. זה פשוט גדול. Это что-то великое. ומאוד חשוב להבין, להכיר את אבא ולהכיר את בנו, זה אותו דבר כמו שלקבל חיי עולם. И очень понять, что познать отца и познать его сына, это то же самое, как получить жизнь вечную. ולפעמים אנחנו שמים דגש על דברים ודוקטרינות שגויות. И иногда мы обращаем внимание на разные вещи и неправильные доктрины. ושם אנחנו שמים את הרצון שלנו. И там мы оставляем наши желания. והדבר ההכרחי, הגדול, לפעמים ככה, בקלות אנחנו, אוקיי, שמענו, קדימה. И самое главное, мы пропускаем. אני אתן לכם דוגמה. Я хочу привести вам пример. בטוח שאתם זוכרים סיפור איך ישוע היה מפותה על ידי סטן במדבר. Вы помните ту историю, когда Иешуа был искушаем дьяволом в пустыне? מי זוכר את הסיפור הזה? Кто помнит эту историю? ואתם זוכרים, הייתה שיחה בינו ובין סטן. И был разговор между ним и дьяволом. וסטן אומר לו, כתוב שם ככה, ולקח אותו להר גבוה. И написано, что дьявол взял его на высокую гору. ואמר, תשתחווה לפניי. И он сказал, поклонись мне. ואת כל המלכויות האלה ייתן לך. И все эти царства, которые ты видишь, я дам тебе. כי ניתנו потому что эта власть дана мне. וישוע אמר רק לאדוני אלוהיך תשתחווה ורק לבדו תשרת. И тогда Иешуа ответил ему, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. מי זוכר את הסיפור הזה? Кто помнит этот рассказ? ובטח שמעתם ושמענו מיליון מסרים על דבר כזה. И вы естественно слышали миллион проповедей на эту тему. וכמעט כל הזמן היו אומרים דבר כזה. И практически всегда в проповедях говорили это следующее. בגלל שישוע לא התנגד למילה של סטן. Из-за того, что Иешуа не противостоял слову дьявола. כאילו לא התנגד למילה שסטן אמר, כל המלכויות האלה ניתנו לי. Он не возразил ему на то, что дьявол сказал, что вся власть дана мне. אז כאילו הוא הסכים שכל המלכויות כן ניתנו לסטן. То есть, если он не возразил ему, то он согласился с тем, что дьяволу дана всякая власть. ואנחנו כמובן יכולים בשונה להסתכל על הנקודה הזאת. И мы можем разными взглядами посмотреть на этот אבל момент. אבל אם אנחנו לומדים מכתבי קודש שסטן הוא אבא של כל שקר. Но если мы из святых писаний учим, что дьявол, он отец всякой лжи. אז למה אנחנו צריכים להסכים עם מילה שלו פה? Зачем нам соглашаться с какими-то его словами? לדוגמה, אני בטוח שיש אזורים
מקרים בעולם הזה. Я уверен, что есть какие-то места в этом мире. ואולי מקומות פיזיות בעולם הזה. Возможно, даже физические места в этом мире. איפה שטן ממש שולט. Где дьявол действительно властвует полностью. לדוגמה, כתוב בהתגלות. Написано в Откровении. איפה שישוע מדבר אל קהילת בפרגמוס. Когда Иешуа говорит пергамской общине. אתם חיים במקום איפה יש кисе кавод шел сатан. Он говорит, вы живете в том месте, где есть трон дьявола. Аваль, זה לא בכל מקום. Но это не в каждом месте. ואנחנו יודעים בהחלט. И мы точно знаем. שיש רק אחד שהוא בוס בעולם כולו. Что есть только один босс во всем мире. ובלעדיו לא קורה כלום, וזה אלוהינו וגואלינו אלוהים, ישראל, אלוהי ישראל. И без него ничего не произойдет, и он над всем властвует, это наш Господь Бог Израиля. וכשישוע לא עונה על הביטוי של סטן שהכל שייך לי. И когда Иешуа не возражает тому, что дьявол сказал, что мне принадлежит всякая власть. זה לא כאילו הוא מסכים עם זה. Это не означает, что он с этим соглашается. הוא פשוט מזלזל בביטוי הזה. Он просто пренебрегает это ни во что не ставит то, что он говорит. И он провозглашает что-то другое. Он просто говорит, не тебе я буду поклоняться. Написано, что одному Господу, сотворившему весь мир, я буду поклоняться. זה אנחנו קצת חלש ומזלזלים. К сожалению, обращают внимание больше на те слова, а на то, что нам дана вечная жизнь через Господа нашего Иешуа Мессию, этим пренебрегают. אני רוצה להמשיך פסוקים 4 ו-5. Я хочу прочитать 4 и 5 стихи. אני פארתיך עלי אדמות והשלמתי את מעשה שנתת לי לעשות. כעת אתה אבי פערני לידיך בכבוד שהיה לי לידיך בטרם היותו העולם. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого во славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира. כאן לפני היותו של העולם. Которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я не хочу сейчас заходить в глубину этого выражения. В Бытие в первой главе написано в стихах 26 и 27. Написано, что сказал Господь, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Но потом в следующем стихе написано. Бара אותו בצלם אלוהים. Сотворил по образу Божию. Аз דמות כאילו נעלם. То есть подобие исчезло. ויש כל מיני הסברים על האי התאמה של השני הפסוקים האלה. Есть разные объяснения о том, что два этих стиха не совсем подходят друг другу. אבל יש הסבר שבפסוק 26. Но есть такое объяснение, что в 26 стихе. זה ממש מדובר על בן אלוהים לפני התבשרותו. Говорится про Сына Божьего до того, как Он пришел в мир. בבשר. В плоти. שהוא לפי דמות וצלם של אלוהים. Что Он был сотворен, Он единственный, который был сотворен по образу и подобию Божьему. ובפסוקים כאלה, בפסוקים האלה כתוב. И в этих местах Писания написано. כבוד שהיה לי לפני בריאת העולם. Что слава, которая была прежде сотворения мира. אנחנו בקושי מבינים את המילים האלה. Мы не совсем можем понять эти слова. אבל יש הבטחה בהחלט חזקה. Но есть очень сильное обещание. שיום אחד נראה אותו כי יהיה כמוהו. Что в один день мы увидим его, потому что мы станем подобными ему. אני רואה שכמה אנשים מאבדים את תשומת לב. Фокус. Я вижу, что некоторые люди потеряли фокус. Муванлама. Понятно почему. Кямилим эли медабрим ленефиш шелану. Потому что эти слова говорят к нашему душе. Аваль зе хелек миньян шела гиула. Но это часть вопроса нашего спасения. Нашего искупления.
Это геула шелану. Нашего искупления. Велифамим кидай лану лахшов дварим гдолим. И иногда нам действительно стоит задуматься и об этих великих вещах. Ани роце ламших, пасук шеш вешева. Я хочу продолжить 6-7 стих. Гилите чимхали анашем ашер натата ли мина улам. Шелхаю вели натата, вет двареха шамру. Кеетхем юдим, шекол ашер натата ли мимхау. Ки двареха ашер натата ли натати лаем, вехем киблу отам, веахен хекиру шимха, веяцати шемимха яцати, вехаимину шиата шалахани. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал им мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Бишвили милат мафтех кан ани гилити. Для меня самое основное, что здесь написано, это что я узнал, уразумел. Мы в послании к евреям учим. Автор пишет подобным образом. Он говорит, что в ямима кодмим Элохим дибер ле амо дерех невиим. Написано, что в прежние дни Бог говорил своему народу через пророков. Вебахарит ямим дибер дерех бно яхидо. А в последние дни говорил через сына своего единородного. Дерех невиим анашим киблу эмет. Через пророков люди получили правду. Авал эмет рамат хамисира шела месра ита намуха ютер меашер зеба ме дерех бно. Слово, посланное через пророков, было меньше, чем, ну, менее сильно, чем то, что было послано через его сына. А валькана нахну руим, ше Иешуа мусер лану давар вейдгалут аль Аба. Но здесь мы видим, что Иешуа передает нам свое слово и откровение об Отце. Омер, мише раа оти раа эт ави. Он говорит, тот, кто видел меня, видел Отца. Ве они гилити лахем. И я им открыл. Я выбрал говорить на эту тему не потому, что это легко, но нам очень стоит задумываться. וללמוד מה אנחנו מקבלים דרך דבר שלו. И изучать, что мы получаем из его слова. שנהיה ונקבל חיי עולם. Чтобы мы могли получить вечную жизнь. אני רואה שרוב האנשים פשוט באות. Окей, אנחנו נסיים בנקודה הטובה הזאת. Вы устали, мы завершим на сегодня. אני רוצה להתפלל. Я хочу помолиться. Нахон, можно сделать зарядку и выпить кофе. Бонамот. Давайте мы все встанем. Канере кулям црехим лахим нацмам ле решен ле септембер. Возможно, все устали из-за подготовки к 1 сентября. Авину шебешамаем. Отец наш небесный. Авину шебешамаем. Отец наш небесный. Ани моделех авур двареха. Я благодарю тебя за твое слово. ואני יודע שאפילו שדבריך לא קל, я знаю, что хотя твое слово не легкое, יש מילים שאתה כן מוסר לנפש. Есть слова, которые ты передаешь нашей душе. אני מתפלל, אדון, שאתה תחזק אותנו בהתגלות של ישוע. Я молюсь, Господь, чтобы ты укрепил нас в откровении об Иешуа. ושחיי עולם שמסרת לנו. И чтобы вечная жизнь, которую ты передал нам, она стала частью нашей жизни, которую мы чувствуем каждую минуту и каждую секунду. Отец наш небесный, я молюсь, чтобы Дух Святой продолжил говорить к нам. Аминь.